Корни сегодняшнего Космограда уходят в глубокую древность. Здесь, в 12 веке, на высоких берегах реки Клязьмы, было место поселения славянских племен. В начале 18 века здесь возникло одно из первых промышленных предприятий России – полотняная и суконная мануфактура. Другая фабрика московских промышленников и меценатов Сапожниковых была знаменита на всю Россию в конце 19 века. Город Королёв, город Московской области, расположенный в 10 километрах от МКАД по Ярославскому шоссе. Город Королёв принято считать неофициальной столицей российской космонавтики. И в связи с этим здесь есть немало достопримечательностей, посвященных этому важному событию. Мы начинаем наше кинопутешествие. Королёв, ты просто космос! Город Королёв был основан в 1938 году. Но тогда, в далеком 1938 году и вплоть до 1996 года, город Королёв носил название «Город Калининград». И память об этом хранит Центральный дворец культуры имени Михаила Ивановича Калинина, которого с 1935 года называли «Всесоюзным старостой». Этот город был образован из поселка Калининский, который образовался при артиллерийском заводе. В дальнейшем этот завод станет самым крупным в стране. 13 мая 1946 года было принято постановление Совета министров СССР об организации ряда научно-исследовательских институтов, проектно-конструкторских бюро и заводов по созданию ракетного вооружения для обороны страны. В бывшем Калининграде жили и работали выдающиеся люди русского искусства. Это Константин Сергеевич Станиславский и актеры художественного театра, писатели и поэты Антон Павлович Чехов, Максимилиан Волошин, Борис Пастернак, Анна Ахматова, художники Левитан, Нестеров. В 1922 году отдыхал и продолжал работать глава советского государства Владимир Ильич Ленин. Королёв – центр ракетно-космической промышленности, лидер передовой отечественной науки. 12 апреля 2001 года, в День космонавтики, президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о присвоении Королёва статуса наукограда Российской Федерации. Ну и первое, одно из самых ранних достопримечательностей города Королёв является ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Сергея Павловича Королёва, которая была основана в 1946 году. Центр находится в Королёве, Московская область, а вот филиал на Байконуре, Казахстан. Она является ведущим предприятием в сфере ракетно-космической промышленности. Одной из самых крупных достопримечательностей Королёва является Центр управления полетами. Он был основан в 1960 году, и по наши дни он является самым крупным научно-исследовательским центром России. Здесь проводят управление полетом самых разнообразных космических аппаратов, пилотируемых и автоматических, орбитальных и межпланетных. Центр управления полетами взаимодействует с другими космическими центрами. Здесь, в рамках проводимых экскурсий, можно изучить саму работу центра, познакомиться с видеоматериалами или архивными данными, изучить жизнь космонавтов или других важных личностей, а также можно просмотреть, как происходит само управление аппаратами. С
Самый большой памятный комплекс Королева – это мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Он состоит из нескольких частей. На постаменте установлены годы войны большими цифрами 1941-1945. А вот под ними можно увидеть много мраморных плит с именами воинов, павших не только в Отечественной, но и в чеченской и афганских войнах. На постаменте установлены три высокие фигуры. Женщина, которая олицетворяет собой всех тружениц тыла. По бокам от нее находятся два солдата, которые защищают ее. Торжественно открыт мемориальный комплекс был 9 мая 1985 года. В этот комплекс входит несколько памятников. Большая аллея от часовни Александра Невского, и от этой часовни аллея ведет в сам центр мемориала. Кроме мемориала, комплекс включает в себя большая пятиконечная звезда, на которой указаны фамилии героев Советского Союза, высшая награда СССР. Военную атмосферу создает пушка, танк, наш знаменитый танк Т-34 и бронетранспортер. Этот монументальный памятник напоминает о тех солдатах, которые отдали жизнь ради мира в наше время. И где, как ни в Наукограде, может быть воздвигнут памятник знаменитому великому ученому, академику Сергею Павловичу Королеву? Памятник был воздвигнут в 1988 году и стоит на одноименном проспекте. Над памятником работал знаменитый скульптор Щербаков. Первое, что мы встречаем при въезде в Королев, это обелиск создателем космической техники, который был открыт в 40-ю годовщину запуска первого искусственного спутника в мире. Ну и, как мы понимаем, что открытие произошло в 1997 году. Сам обелиск в виде советской управляемой баллистической ракеты. На высоком постаменте расположена треугольная площадка с названием города на русском и, как мы видим, английском языке. Над ней в вертикальном положении установлена ракета, которая имитирует готовность к запуску. Обелиск является одной из современных достопримечательностей, которая очень точно характеризует особенность этого города. Мы продолжаем гулять по Королеву. В сквере покорителям космоса в 2017 году был установлен памятник покорителям космоса, выдающимся людям. Это памятник Сергею Павловичу Королеву и Юрию Алексеевичу Гагарину. Скульптурная композиция представляет собой фигуры первого покорителя космоса и ведущего конструктора первых спутников и пилотируемых космических аппаратов. Бронзовые скульптуры сидят на лавочке в тех же позах, как и на известной фотографии. На лицах Юрия Гагарина и Сергея Королева мы можем заметить, что играют улыбки. Великие люди, которым удалось невозможное. И мы вновь вернулись к памятнику Сергея Павловича Королева на проспекте Королева, ведь именно этот памятник является визитной карточкой города. По закону Наукоградом может считаться только тот город, в котором научно-промышленный комплекс является градообразующим. Таким и является Королев. Добро пожаловать!
Мы очень надеемся, что смогли вас смотивировать, заинтересовать этим замечательным городом, Наукоградом, городом отечественной космонавтики. Но это не все еще ролики. У нас все еще впереди, еще много городов, мест. Если вы хотите увидеть какой-то город, то мы будем очень рады вашим комментариям, пожеланиям, какой город вы бы хотели увидеть. Ну а сейчас поддержите нас, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь или жмите на колокольчик. Мы всем рады, мы растем!